Володя идет с рыбой. Нам нужно узнать, что сколько весит. Потому что у нас никаких данных нету. Ну что, дымок, дымок. Вот полные ведра. Нам нужно узнать, сколько. Давай. Карась первый. Ну, Исаки, без обмана, чтобы... Надо еще ведро вычесть. А вычесть ему все. Не торопись. Вытаскивай. Разбойники, смотри, что делает. Дымок, нельзя! Тихо! Она полетела-то прятать, она не знает куда, теперь бежит. На своей территории. Посмотри, они сейчас прыгнут тебе. И гнать надо отсюда. Это всеядная птица. Так, смотри. Идет, идет, идет. Ну-ка, пошел отсюда. Нельзя даже оставить. Они все съедят. Как свинья, курица. Ну-ка, пошла отсюда. Ну ничего, я уже держу. Она уже съела это, вкусила теперь. Ну, 15 килограмм где-то. 15? Да. Ровно 15, да? Ну да, где-то так. Ну-ка, ладно, снимай. Теперь я то попробую. Гальян сколько по килограмм? 4. Курица оккупирует нас, цыплята. Вон они, вон, вон. А вы ее тоже снимайте. Смотри. Тоже 15 где-то так. Тоже 15? Угу. Так, ты не дал бы какое-нибудь ведро нам пересыпать и воды налить, узнать, сколько вода будет весить? Сейчас дам. Дай, а потом обратно вывалим. Вот надо какая. Сколько раз гоню и не могу угнать. Ши, ту же гальяном схватили у нас. Мы хотим узнать, сколько в ведре. 15 килограмм. И карась, и гальян. 15 литров, 15 килограмм. Да. Ты сразу захвати посуду под гальянов. У вас чистая посуда-то? Да. Так, потихоньку высыпи карасей или эти. Так, а теперь гальянам сколько надо, сам себе возьми. Руками помоги ему, чтобы они засыпались сюда. Так, хорош? Хорош. На две. А потом отдельно мы узнаем. Чистое ведро. 15-15. Ли запомнили. Так, теперь посуду возьми, гальянам, сколько вам набери себе. И этих карасей маленьких сколько надо. Две посудины возьми. Я могу взвешаться тоже сейчас. А? Я могу тоже взвешаться. Ну, не, без разрешения не надо. Сейчас. Тем более в сапогах. Надо все снять с человека. Да, я сниму. Так, на, держи. Ты говори, если цыплята подходят. Я буду охранять. Дымок, молодец. А ты с той улицы зайди, посмотри название улицы, зафотографируй и объясни. Улица Марии Лапкиной. Я это объяснял уже. На нас улица это первая пока в Потеряевке. В районе начальства. Так, сколько будет? Ну-ка. Блин, как это заверху оно чуть-чуть.
Там грамм 100 может. А ну-ка. Почти 15. Значит, почти. Сколько примерно почти? 900, да? Да. Так. Ну, оно как раз маленький не доставало 15. Теперь давай, высыпай из баночек наших сюда. А потом баночки наберешь. А обе, а карасей, а простай сюда. Так, вторую вываливаю. О. А теперь сколько тебе надо, стоя? Отсыпь себе и возьми. Хочешь, целиком бери. Не, это много. Много, ну смотри. Так, смотри сколько. Все, оставляй. Ну, так. Так, теперь. Сюда гальянов насыпь. Ага. Да. Гальянов возьми, сколько надо. Стой. Ну, давай. Сколько ну, надо? Все, сколько? Вот так вот. Все, то соберешь тогда тут. Курицы соберут. Помогут. А у вас пес ест рыбу? Нет. Нет, да? Ты еще лазишь, а? Что ты лазишь, скажи, ну? Ну, а ой, как высоко, а крылья-то маленькие. Ну-ка, с какой высоты тебе не боязно? О, четверть, 20 сантиметров. Ну, я одного голяшка дашь за храбрость. Так, так дайте сами, иначе, Иванович. Теперь мы не свесили. Сами дайте. Иди сюда, на. Иди сюда. Иди скорее сюда. Держи. О, ой. Убежать надо. Ой, скорее. Вот она даже какая тварь. Так, теперь бы... Как мы не завесили ведро-то, не подумали, когда оно пустое было. А что теперь оно нам даст? Ничего это не даст. Все, мы пошли. Я на руль повешаю. Спаси Христос. Вам тоже спасибо. Значит, 15. Одинаково. Я вот не пояснил. С райисполком или кто там называется, запросили. О, бегут. Вон они. Как хотите назвать улицу? Я говорю, имени Марии Лапкиной. Она мать героиня, родившая 12, воспитавшая 10 детей. Муж инвалид войны. Она первая приехала сюда. Всю жизнь после замужества провела здесь почти. И здесь она похоронена. У ней 3 брата на фронте, все погибли. Она достойна, чтобы память ее была увековечена. Увековечена — это смешно, конечно, говорить. Ну, то есть... Продленно. Да. Так. Теперь подними-ка сюда. Все, пошли. И они нам ответили. Мне остался барабаш один. А сейчас ты мне отдельно положишь ведерко, я ему... А сколько там осталось? 20?